Зампред Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Олег Рожнов в рамках партийного проекта «Историческая память» осмотрел ход реконструкции Акуловского мемориала в Кубинке. Работы на объекте в активной фазе. В настоящий момент реконструируется его часть, относящаяся к культурному наследию. Напомним, ранее с вопросом о неудовлетворительном состоянии мемориала к Олегу Рожнову обращалась местная общественная организация ветеранов «Кубинка-10».